Не женский взгляд, а взгляд художника. Мастерская «Шестой этаж» открывает новый сезон экспозиции своего руководителя Светланы Кузьмичевой. Ее имя известно всем. Член Союза художников России, международной организации ЮНЕСКО, участник более 60 выставок, она продолжает свой непрерывный эксперимент над концепцией и формами современного искусства. На этот раз художница разрушает созданный временем миф об образе женщины, вовлекая зрителя в процесс постмодернистской игры. 20 век породил миф очень такой жесткий, жестокий по отношению к женщине. Все вот навязанные стандарты, все эти вот глянцевые красотки, которые окружают везде. А на самом деле, наверное, женщины, они другие, и как бы вот разрушая этот глянцевый мир для того, чтобы... Ну, сказать о чем-то другом, о чем-то главном. Большинство картин выполнено маслом с элементами коллажа. Именно эта техника помогает автору передать состояние женщины в современном мире. Большую роль в создании женского образа сыграла стилистика и ритмика работ, названия которых взяты из текстов Мураками. Вот, например, эта работа, на фоне которой мы стоим, да, она была сделана... И потом в этот же момент где-то мне попался Мураками, его тексты и названия пришли сами собой вот из текста. «Утро, когда звенит будильник». То есть вот это состояние, когда вот надо бежать, надо что-то делать, ничего не хочется, все равно ты бежишь, все равно ты делаешь, это каждый день. И каждый день надо соответствовать всем стандартам и всему. И это бесконечно, когда это кончится, то есть это вот белка в колесе. Ну и... Вот когда все это вместе собирается, получается картина, в общем. Светлана Кузьмичева – яркий представитель современного искусства. И, пожалуй, это редкий случай, когда художник настолько чутко чувствует стиль и время, в котором живет. Историческая ценность живописи Кузьмичевой, она в том, что это исторически современный этап. То есть вот в ее творчестве современность наступила. И было бы хорошо, если бы вот в эту сторону, другими способами, современное искусство – абсолютно все позволяет, да? Но чтобы искусство двигалось в сторону современности, бы хотелось. Кроме фотоколлажа, экспозиция дополнена абстрактной живописью и стилизованными пейзажами города, присутствие которых позволяет воспринимать женские образы в различных состояниях и контекстах, сквозь которые, как ни странно, прорывается и сама фигура автора. Мне кажется, образ такой же, как и у Светланы Ивановны, наверное, такой боевой, ну, как и у обычной русской женщины. Вот, то есть это образ сильной женщины такой, и даже по работам видно, что они очень такие мощные, то есть нет какой-то такой легкости, нет такой вот прямо нежности, то есть все работы достаточно четкие, где-то даже местами резкие. Немцы, когда видели эту выставку, мы некоторые работы показывали, они говорили, вот такая женщина, разрезанная на кусочки, это очень современно, сказали немцы. А у них, наверное, этих ритмов еще больше. То есть, и действительно, вот такой человек, как бы разорванный, это, наверное, очень современный человек. На выставке также был представлен долгожданный календарь шестого этажа, который выполнен специально ко дню рождения галереи. Это своеобразный отчет трехлетней работы мастерской, где за такое небольшое количество времени выставилось уже более 30 современных авторов нашего города. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.